22 марта 2021 наш переход. Мост уже большую часть разломали. Пандусы делают какие-то. Обещали щели перекрыть, но не перекрыли. Ну вот так, на сегодняшний день. Ну вот, обратно с каховки, с работы. Где-нибудь уже фонари поставили, освещение. Так что уже ночью будет нормально ходить. Так уже пол моста разобрали. Будет железный мост. Говорят, надежный. Ждем. Вон, даже панели уже сделали. Класс, не выпадет никто случайно.